Их служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Инженерные коммуникации пролегают в стенах и заведены в подвалы. Но случись авария, как, например, в этой новостройке, где засорилась канализация, то слесаря ждут едва ли не сильнее, чем спасателя. Засор был полностью устранен. Вячеслав Макаров, слесарь управляющей компании МУП ГУД, рассказывает, что аварийные ситуации случаются вне зависимости от того, старый это жилфонд или новостройка, так как зачастую сами жители забывают о правилах использования сантехники. Жители непосредственно, когда делают ремонт, сливают в канализацию плиточный клей, раствор, вот, и встает канализация, и достаточно сложно приходится пробивать ее. Ну, у нас есть оборудование непосредственно, которое помогает нам это все делать. После аварии ситуацию мониторят ежедневно не только внутри дома, но и снаружи. Видно у нас то, что выходит вода из дома, проход, и по коллектору уходит непосредственно вода. Колодец чистый, выход из дома тоже чистый. В муниципальном унитарном предприятии «Городское управление домами» на данный момент работают 3 слесаря. Сотрудники называют работу хоть и непростой, но интересной. Необходимо следить за всей сантехникой в доме, за коммуникациями, проверять, чтобы не было утечек и не забивалась канализация. Раз в неделю слесари управляющей компании в обязательном порядке делают обход по всем объектам. На сегодняшний момент это 6 многоквартирных домов.